Так, продолжаем лечение Фильки. Филя ест все больше, чувствует себя хорошо. В клинике Рыжий Кот, Киев, Науки 78, 17 августа 2017 года. Филя, привет. Привет, малыш. Как себя чувствуешь? Сейчас тебя будем гладить и целовать. Да, гладим, гладим. Гладим, 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 да. Шея практически зажила уже. Да, да, даже так гладим. Нравится. Алло? Да. Эта еда из миски нам не подходит. Нам обязательно нужно через банку кушать.